Какого черта здесь везде такой бардак? Это же будущее! Да тут половина людей киборги! Что, нельзя было придумать каких-нибудь роботов-уборщиков? Даже в полиции и то бардак! Везде бардак! 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 А, это же моя квартира. Не, ну здесь-то все тип-топ. Зато мне нравится здешнее метро. Давайте-ка отправимся на какую-нибудь станцию. О, да! Вот это ништяк! Вот это я понимаю. Самое удобное метро в мире. Кому нужны эти автомобили, когда вот так, спокойно и без пробок, можно добраться куда угодно? Привет, Марси! Ну что, новый рабочий день? Да что с ним такое? Ты это про кого сейчас? Про меня? Типа не можешь держать свои мысли при себе? Я не верю ни одному слову. А, нет, ты просто поехавшая, понятно. Ладно, пока, увидимся вечером. Марси, ты точно поехавшая. Зачем ты залезла в стену? Не, это, конечно, удобно. И видок хороший. Но это как-то неправильно. Ну, типа не по физике. А хотя, знаешь, в общем-то неплохо. Так мне даже еще больше нравится. Так, а давай-ка попробуем трюк, который я называю Skyrim. Для этого нам понадобится вот это ведро. Ау, фу, сколько тут бумаги. Так, погоди, что-то не получается. Давай еще раз. Эй, какого черта? Оно толкает меня к стене, оно отталкивает меня от тебя. Блин, в этом здании что-то не так, тут какая-то магия. Какого черта, женщина? Телепортацию еще не изобрели. Или ты тут погадить присела? Видимо, тебе было совсем не втерпёж, раз ты решетку проломила. Погоди, вы еще и разговариваете на расстоянии? Попрошу вас успокоиться. Я все равно ничего не смогу сделать без правильного номера и бумажной копии квитанции. Бумажной копии? 2030 год, вы обе поехавшие. Женщина, имейте совесть. Дайте человеку спокойно погадить. Добрый день, офицер. О, да ты прям похож на рыцаря с этим шлемом. Может, хватит жизнь людям портить? Марш отсюда! Да не, я хочу с вами поговорить. А нет, не хочу. А нет, снова хочу. И опять не хочу. Ох, это так весело. Эй, рыцарь, а это твой конь, что ли? Какой дерзкий коняра. А ну-ка давай я тебя оседлаю. Опаньки. Нет, ты чё-то какой-то скользкий. Маслом намазан, что ли? Осторожнее, железяка. А не то что, опять откроешь свой шлем? Ой, фу, ну не надо. Вот так ты гораздо красивее. Чувак, я же говорил, что ты не пролезешь в дырку для собаки. Хотя в этой двери ее даже нет. Слушай, чего ты так трясешься? А, я понял, ты хочешь, чтобы я тебя вытащил. Ну давай, я тебя подтолкну. Давай, давай. Спокойно, чувак, я толкаю. Оу, ты перестал трястись. Ты вообще там в порядке? Да, я смотрю, тебе вообще норм. И твоему другу тоже норм. Он решил немного покопаться в себе. Ну ладно, не буду вам мешать. Эй, вставай, шкура! Я не хочу тебя убивать, я просто хочу оглушить тебя, но пока ты лежишь, я ничего не могу сделать. Почему-то. Ты понимаешь, что мне придется стрелять? Ну все, ты сама напросилась. И не говори, что я тебя не предупреждал. Да, голубки, покажите мне страсть. О, да вы прям безбашенные. Вот это я понимаю, настоящее чувство. Не то, что у этих грёбаных натуралов. Ребят, кажется, у нас в офисе завелся Итан Пирс.
Знаете, я бы ему не доверял. Говорят, он нехилый хакер и любит устраивать всякие диверсии. Погодите, если его одежда здесь, он сейчас по офису голый ходит, что ли? Японский городовой. Охренеть! Это что было? Опять бомбануло что-то. Чувак, ты в порядке? А, ты просто бомжара. Фу, бля. Чувствуешь? Конечно, чувствую. Это от того бомжа так воняет. О, вечерний намаз. Все чисто. Тут неподалеку только что бомбануло. Я бы на твоем месте ушел отсюда по-добру, по-здорову. А то люди не так поймут еще. Помогите кредитами. Ну ладно, ладно, не все мусульмане террористы. Господи, чувак, что с тобой не так? Ты в курсе, что у тебя вся рожа обдристана? И руки тоже. А, ты тоже бомж, что ли? Фу, бля, сколько вас развелось. Ну и немного брейкданса от настоящего профессионала. Эй! Какого чёрта? А ну танцуй! Ну что ж, если тебе понравился этот короткий экспериментальный видосик, не забудь подписаться и поставить лайк под ним. Возможно, мы даже сможем собрать 10 000 лайков.